Ван Дам сегодня пойдет. Легенды заканчиваются. Безымянными придется так ходить. А че? Звезда кровавого спорта. Сразу Джет Ли. Можно по-другому взять. Легит. Ну, вон там-то побольше серии будет. Ну, как мощно вырубает. Оп. Оба. Как оно тебе? Прыжок этот. Блэд. Так, сейчас с клавиатуры. С клавиатуры чуть проще, конечно. Но неудобно. Оп, это подача-то угарная. Лоу-кик такой. Сразу все выбивает. Оп, мимо. Интересно, в блок-то невозможно уйти. Ох, попал же как. Ну это не мортал, так вот с прыжка бы, конечно, вырубил его. Хрена себе, Ван Даммом-то нормально так. Вообще убивать можно. Сейчас будет махать во все стороны. А че, почему с джойстиком удобнее, что можно контролировать, что происходит на экране? А с клавиатуры вот так. Интересно, как по яйцам бить? Когда он на шпагат садится и по яйцам лупит. Почему один удар-то? Так, стой ты. Что такое? Так, вот с этой кнопки серия. На дангере мочу. Этот гром меня убивает. По ушам лупит вообще мощно. А что мне остается? В дангер зашел. Пока соображал, с какой кнопки серии. Сука. Ну, попал еще. Тут защиту еще пробивают, интересно. Как читерская хуйта. Хотел с рук на ноги перейти вот так. Ну, двоечка, троечка, боксерская. Ван Дам может. Одного из лучших ушатал. Эх ты. А, наработка боксерских ударов. А, почти получилось. Ну-ка еще раз. Кого-то.
Офигеть. Офигеть. Так, а ты тут паузу нажать, посмотреть, пинок появится. Да. Сам уже по кишкам пропустил. Так, нюдкрейтер какой-то. Нафиг. Сплитки назад. Айло-комбо. Так, ПК внутри. Слэп-кикс. Что такое за слэп-кикс? Смотрим. Вперед там. А, воечка такая. Да че ты мне тут еще паришь? Мимо. А еще 6 затекает с клавиатуры, долбать. А, это он руками на шпагат сад. Я понял. Вот так вот, как ты сел на шпагат. Ай. Че там прихорашиваешься? Ты еще прическу себе забабахай. Да я тебя с одного удара сейчас. Кто там? Ловый, ловый. Ага. Бери, бери, бери что-то. Ты прыгай поменьше, дебил. Блин. Так она как-то... Ой, все, что есть, а! Не получается по яйцам зарядить, так-то прикольно. Да ёбан! Да блядь! Зажал! Не, короче... Сейчас нормально. Офигеть, сейчас проебу этому козлу какому-то. Еще серия такая распинывает дебильно. Уже проигрыш от какого-то лошара лысого. Ай, мимо. Так. О, защиту уходи, блядь. Кнопки продавливать приходится. А, нихуя себе попал. Как попадает-то? Придется так вот. А, еще один раунд, что ли? Я думал, уже отмучился. Оба! Как тебе такой подход? Лысая хуета. Ромашка. А мне понравилось, как я его уронил так здорово. Ну, все удары проходят, а тут не все. Как... Оба! Да сейчас еще раз поесим, получишь. Ай, не так, не так, не так, не так. Говно, блядь. Не получилось. С клавиатуры-то вряд ли получится, конечно. Коготь. Тоже самый нечестный противник. Ну-ка, подлетай. Вот выжидать их такое себе занятие. Оба! Будешь сейчас ножом тут прыгать. А вот так. Нормально?
Ой, блин. Чего не получается до конца эту серию довести? Блять. Перепрыгиваем. И... Перепрыгиваем. Так. Эй, не долетел. Ага. Оп. Прививка от борзости. Опа. Красиво вообще сейчас получилось. Вот, вот как вот сблизиться, чтобы перепрыгнуть через него. Чё ты там дергаешься еще? А вот так. Так, боксерская техника пошла. Чё ты там делаешь? А, нет, не получается. Оба! Ван Дам может. Кому прошлепил, забыл уже. Ну, нормально такой фильм «В поисках приключений», но раскритикован максимально. Там несколько стран, несколько стилей показано, интересных довольно. Но так как режиссер ничего не знали, они сняли на свой манер. Хуже всех получилась Испания и Советский Союз. У меня вообще с этой вот той бабой что-то с психикой не то, с головой не все в порядке. Ай, почему эта серия не заходит? Ой. А что-то позорная такая. Ногами. Руками. Ногами. Ну это классика жанра. Оп! Лоу-кик. Ноги сломал, я же заорал. Ай! Пошла жара. Блять, не получилось. Офигеть, что это было сейчас? Вот через нее, по идее, тоже нужно перепрыгнуть. Но тут ничего не сделаешь. Она что-то там орёт, скачет, как это самое. Так, ладно. А то так проебать недолго. Ты говорить можно. Ты пиздец. Ой. Офигеть. Опа! Опять на этот пинок попался, как лох какой-то. По ушам ей хлопнул с ноги. Первый раз, как, кстати, Ван Дамму прохожу. Вот Чак Норрисом еще тренировался. Вот он сейчас будет попадать. Когда этим Чаком долбал, ни хрена попасть не мог. Вот. Так. Боксерская. Или даже... А, он уже... По фильму-то у него тайский бокс, по идее, вообще там шоу. Что делаешь-то? Оба! Финиш зачетный. Яйца в сметку. Да как так-то? Рукой махнул, а? Блядь, не перепрыгнул.
хотя бы одной ногой. Нажимаю вперед, а он... Он исполняет супер удар вот этот рукой. Вдыхло ладошкой. Нокаут Тайсона. Так, а у него же противник здесь Болла Ян. Но не Брюс Ли. Вот скачет, а? Вот так, допрыгался, да уебывался. А теперь я. Офигеть. Разве ты так подпрыгиваешь потом на одном месте, что ли? Достал уже. Блядь. Как попадает? Непонятно. Ай. Вот так. Так тоже не прокатит. С левой в нокаут. Как, блять. Не успел просто в блокировку зайти, так вначале было. Руки отпускаешь все время. Блять. Есть. Так что такое-то? Других вариантов нету, сука! Ух, блядь, чуть не было не было. Брюс Ли, назля вы такой все-таки здесь. И тут же Джеки Чан, конечно. Как достал, уже же приземлился. Тупанул. Вообще защиты, походу, нет. Тут-то с клавиатуры, тут она должна работать. А, промашка. А что такое? Почему подножка не зашла? Вообще почему-то удары не заходят. Это, видимо, физика ломаная такая. Добавляется в копилку минусов в этой игры. Заебал. Так, руками надо. Все, понял. Почему-то ноги не прокатывают. В каком-то фильме видел, так же били. Бил противник также руками. Один в защиту, один поебал. Ай, блядь, достал. Ну нет, теперь. Я тебя изучил. Ногами тебя не достанешь. А вот руками вполне. Получилось на шпагат сесть. Вот он, да? Да. Бой как в фильме. Ай, сейчас полетит бодаться.
Так, пробуем ногами. Блять, попадается. Что, тоже руками надо пробивать, что ли? О, блин. Какой мощный удар. Так, идем в атаку. Довольно неплохо. Ой. Ой. Ни одна кнопка не сработала. Что это было сейчас такое? Отвлекся на этот спецэффект прикольный. Ай! Как он любит удар наносить. На! Ну, куда-то по печени врезал. Он же не сразу поднялся. Мощно, мощно. Хочу красиво, во. По ребрам. Неплохо, неплохо довольно. Неплохо. Противников еще много. Что там было такое? Ай, ман. Это вот точно ногами надо упасть. Руками-то он сам мастер. Ой, ёб твою мать. Так, ноги. Ага. Серия вообще простая. Два раза на одну кнопку, и вот она. И можно еще вот так сделать. Есть. Легко и непринужденно. Вот как его поймать-то? Блять. Так, пошли разбивать его. Ой-ой-ой. У них-то здорово получается защиту пробивать, а нет. Почему я не могу? Физика такая не продумана. Какой-то супер умный программист так делал. Так, прицел. Ой, ё, это чё сейчас? Хрена себе. Опа! Дорвуха вообще никто не вывезет. Так. Кьюсен. Синтиарот. Так, вон то. Всё, опасная баба. Ты ёб твою мать-то, дура психованная. Чё, вообще ничего не могу сделать, что ли? Да чё он, почему не бьёт-то? Вы нажмёшь эти ебучие кнопки. Да бей ты, ёбаный. Вообще ничего не делает. Офигеть. Да, блядь, сейчас просру ей нахуй тут. Все, четырим. Подлечим, четырим. Максимальная сосредоточенность. Нам-то один удар остался. А ей вообще долго выбивать. А ей в дангере. Эх, блять, вот теперь все. Сука! Мастер ванная, блять. Как ее победить-то? Дура эта, блять, будет бегать. Прыгать, бегать. А, так, дистанцию.
Опа, опа. Чё там махаешь? Блять, попало! Первый раз мне на такой удар нарвался. Ай, ну не надо было на шпагат садиться. Так, руками работаем. Выбиваем ноги, работаем руками. Уже выхода нет иного. Даже читерство не помогло, блин. Два проеба. Ух, ёба. Да так убить можно. Это чисто тэквондо показывает, кстати. Чего ты там махаешь? Сближайся. Я же задницу надеру. По печени. Бьет по печени, а кровь все равно летит. Тоже непродуманность. Три подачи такие, внося руками. Дистанцию. Не махай ногами. Ну вот так, классика. Боксом. Бокс против тэквондо. Вот бокс сразу вывозит. Он бак. Че за погремуху себе взял? Ёпа. Че ничего, он подпрыгивает термоядерно. Ну тут, видимо, руками только всех долбать. Весь свой запас, блядь, отработал. Еще по башке сверху. Ну-ка нахуй. Оп! Ты не допрыгаешься. О, блядь. Удары такие железные вообще. Ну ничего, мы боксерской техникой будем выбивать из всех сейчас дурь. Блядь. Идеально подходит. Ноги они почему-то успевают блокировать, уклоняться от них. Еще же этот. Че ты катаешься? Дерись нормально, как мужик. Как все тут нормально дерутся ногами, руками. Катается. Ай. Так, руки. Сколько раз пытался пнуть его, ни хрена не получается. Опять этот гром. Ой, блядь, кидается презервативами своими. А, красава. Ломаем ноги, идем в атаку. Боксом заходим. Сука. Зря я так сделал, короче. Че, почему не получил? О! Прививка от борзости. Так, едем дальше. Ну, руки у меня уже устали, затекли вообще. Точно, еще же это обезьяна. Как по нему попадать?
А, кстати, Ван Дам в этом фильме в поисках приключений вот такую обезьяну очень быстро ушатал. А здесь ты попробуй, она же прыгает все время. Даже ногой не попал. Как-то сквозь вот них удар проходит. Так, ноги, подножки. Хоть что-то должно сработать. Есть, в носяру. Блять. Блять, сука, так паршиво. Да? Ну почему в защиту-то не заходит? Все же проходит, кнопка нормально нажимается. Блять. Очень хуевая игра, короче говоря. А, до идеала она не дотягивает. То есть. Когда он должен зайти в защиту, он ни хрена этого не делает, ничего такого. А, точно можно что-то попробовать перекинуть. Еще догонять их каждый раз приходится. Так, все, он в углу. Он сам себя в угол зажал. Ай. А что вот так на броне идти? Блять. С какой скоростью кнопки надо нажимать, вообще не понимаю. Тихо, тихо, не психуй там. Да чё такое ты, ёб твою мать. Кричит, как пострадавший в горло. Блять, охуевшая. Я-то его больше раз ударил, почему у меня-то здоровье меньше? А он меня раз пять только, может, уебал там. Ничего, боксом возьмем. По печени. Готов. Ну, вон там тут хорошо руками бьет. Ногами серии есть, но они не долетают. Или пролетают мимо. Эй, чё ты там психуешь? Оу. Рейден тут исполняет. Какой-то наэлектризованный весь. Но электричество красного цвета. Ай, блядь. Сколько тебя можно бить-то? Ох ты, оперкотина. Ну давай уже. Кнопок игра вообще не чувствует. Есть. Есть. И мидлки. Блестящее начало, завершение. Да, это из фильма «Кровавый спорт», первая часть. О, пальцы болят. Джойстиком проще в этом плане. Но джойстик ебаный вообще. Но кнопки накрылись.